новое всегда забытое старое, поэтому я думаю, вам это будет в новинку. Алина Фаттахова. Не обязательно, что забытое. Я в основном читаю одни и те же. Хоть весь стихов вообще целая куча, я читаю одни и те же. Не знаю, нравятся мне эти стихотворения. Это двухлетней давности стихотворение. Сейчас прочту. Научи меня, мама, любить. Каждому встречному не открываться. Научи меня нет говорить. И в себе перестать сомневаться. Обними меня, мама, скорее. Объясни мне простую мораль, почему люди, став взрослее, убегают из дома вдаль. А я, как и все, убежала из дома вдаль. Только вот то, что искала, до сих пор не нашла, а жаль. Это стихотворение благодаря Вячеславу Сергеевичу родилось. Когда мы готовили ему сборник, я перепечатывала его рукописи. И я правда вдохновилась и написала это стихотворение. А мне бы в космос, а мне бы к звездам, но слишком поздно, корабль взлетел. А мне бы косы, цветов бы особь, в глазах бы взрослых найти ответ. А мне бы домик и кошку рядом, чтобы рядом с морем забыть про все. А мне бы хватило объятий нежных, дыша затылок, но все как прежде. А мне бы снова писать о чувствах, творить искусство по вечерам. А мне бы в небо, а мне бы к звездам, чтобы сбылось все, чего ждала. И напоследок. Мир не становится хуже. Молодежь совсем не потеряна. Просто мы разные люди. Люди разного поколения. Луна не светит темнее, и не вянет в поле трава. Неправильное измерение качества через года. Спасибо.